Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами играть в землекопов. В землекопских гномов. Так, и в этой серии мы пойдем давать леща дракону. Но перед тем, как мы дойдем давать леща дракону, нам нужно закончить сбор основных ингредиентов для лещевания драконов. А именно собрать вот здесь вот все, включая мифрил. Мифрил самое главное. Мифрила в игре не так уж и много. Вернее, его в принципе достаточно, но мне бы хотелось больше. Нам надо одеваться в эти мифриловые доспехи. Так, для этого нам нужно выработать весь доступный мифрил, переплавить его в слиточки и радоваться жизни. Примерно такой у нас план. Плюс у нас 35 монет, нам нужно найти еще 65 для того, чтобы себе построить еще один генератор. Если я построю себе еще один генератор, проблем с ванной у меня станет еще меньше. В принципе, у меня сейчас уже не так много, как было. Но еще один генератор прям напрашивается. Еще один нужен. Так, вот этот вот мифриличек надо добыть. И, наверное, на этом все. Так, еще одна книга пловца нахрен не надо. Так, остается у нас вот еще кусочек мифрила. Мы его добудем при помощи портала. Так, вот. Гномы все продолжали и продолжали падать. Так. Ну и чуть-чуть тут осталось того, что, в принципе, может упасть. Но это, в принципе, нам не надо, на самом деле. Кроме шуток. Так, склады есть. Это у нас все есть. Так, ну хорошо. Что, надо теперь заниматься сбором. Возможно, мы даже дадим импов дополнительно в команду. Я думаю, что, на самом деле, это даже неплохая идея. Дать им импов. Так, надо только найти. Так, вот они, импы. Так, нашли импов, отлично. Ну все, ребят, я предлагаю вам начать сбор. Так, все, можете теперь собирать. И, блин, 6 маны, 7 маны, 5 маны, вот. Дадим вам 30 импов. Пусть они вам немножечко помогут. Все-таки переноска 30 единиц за какое-то время. Я, правда, не знаю, сколько им нужно будет для того, чтобы закончиться этим импам. То есть они, я так понимаю, либо по времени живут, либо переносят какую-то единицу груза. Наверное, переносят единицу груза, скорее всего. То есть они сколько-то переносят, потом как бы все. Вообще, вереница такая очень успешная. При наличии большого количества генераторов маны эти импы вообще делают грязь. Май, просто нескончаемый поток. Особенно вот этот мифрил с каких-то расщелин добывать. Вообще милое дело. Слушайте, вообще супер. Но их, правда, осталось уже 22. Все, сейчас они закончатся. 20 осталось. Да, они, видимо, на какое-то количество перенесенных предметов. То есть не по времени. По времени они, по-моему, висели тогда бы очень долго. Не, ну все равно. Все равно очень выгодно. Так, тогда получается этот склад мне, в общем-то, не сильно нужен. Мы его сейчас отсюда уберем. Можно еще позвать. Они, конечно, по 3 стоят, но чтобы они стоили по 3, их надо вызывать прям очень сильно близко. Отсюда они не дотянутся. Хотя не дотянутся, но они как-то странно тянулись. А, нет, смотрите, тут еще что-то лежит. Так, тогда нормально. Тогда вообще хорошо. На, мы собрали всю шушеру, которую мы могли собрать, мы собрали. Так, плюс еще мифрил отсюда сейчас утащим. Вообще великолепно. Так. И остается у нас тогда вот здесь. Все, можно, в принципе, потихонечку уже... Да, загадывать ребятам, чтобы они его плавили. Так, 14 единиц мифрила у нас сейчас будет. Что-то у нас с золотом. Золото мне нужно? А, у меня закончился уголь. Вот что. У меня закончился уголь. Так, ладно, сейчас сначала соберем вот это вот все, потом дальше будем думать. Желез зато до хрена. Угля-то, в принципе, как такового мы можем наделать. Но немного. Много угля я наделать не смогу, потому что у меня закончится дерево. Дерево здесь все-таки не так, чтобы прям до хрена его. Давайте вот так вот. 61 уголь пока себе произведем для начала. Так, гномики, а вы будете помогать-то, нет? Вообще-то надо бы.
Конечно, понимаю, что на импах выезжать это очень весело, но я бы хотел, чтобы вы тоже помогали. Так, вот давайте за 5 маны сюда вызовем, они, по идее, дотянутся отсюда, нет? Не, нихера не дать, нет, куда-то полетели. Видимо, где-то там еще что-то лежит, наверное, интересное. А, вон книжка лежит, я смотрю. Да, книжку я сам возьму, а куда же тогда полетели? На базу, что ли? Короче, куда-то они полетели, хер пойми куда. Так, все? Да, все. Хорошо, значит, тогда удалить дополнительный склад отсюда, раз все. Так, дополнительный склад мы забираем и... Ну что, сейчас приоденемся немножко в мифрилу и пойдем побьемся с драконом, наверное. Может быть, мы даже пока будем это делать, надо, наверное, себе... Вон, эликсир ледяной стрелы еще крафтануть. Для магов, чтобы им веселее работалось. Так, эликсир забвения нет, эликсир трансфигурации, вон, немножечко сделаем. Так, занимайтесь, ребята, Так, здесь мы все разрыли, здесь надо поставить портал для того, чтобы забрать отсюда дополнительный склад, и как бы все на этом. Ресурсов у нас до хрена всех, кроме угля. С углем проблема. Так, ну хотя бы так, ладно, нормально. Это они сейчас утащат. Приступайте. Так, что у нас тут с едой? Давайте смотреть. Сейчас они будут говниться, что они это есть больше не могут. Произвести мы можем еще. Ну вот, наверное, вот весь уголь, вот он, наверное. Как раз он и ушел, а всякие там пирожки и прочую херню. С другой стороны, он мне не то чтобы очень сильно уже нужен. Грибной суп он есть не может. Ну, что и требовалось доказать, ладно. А что там с божеством? Я что-то про него уже забыл. Короче, по всей видимости, он попал в яму и больше не будет его призывать. Ну, не будет и не будет, ладно, хер с тобой. Я вообще-то не переживаю по этому поводу. Так, пирожки, зелья. Бабушкины пирожки и бабушкины же зелья, собственно, мы делаем. Так, 69 единиц. У меня, кстати, скоро будет еще один генератор. Раз Ташу на то пошло, да. Так, и где дракон? Дракон у нас вот. Чем пойдем давать ему люлей? Или он нам? Что-то одно из двух. Ну, мотать там стрелки адские вообще просто. Так, все, портал закончился. Ребят, все у нас здесь. Так, грибной суп он больше жрать не может. Так, сейчас кому не мог, кто не может жрать, тому сейчас пирожков насыпем. Так, вроде норм. Генераторы маны работают. Так, ну хорошо, сейчас мы пойдем, нападем на дракончика. И посмотрим, что он над собой представляет. И пока мы не напали на дракончика, я, наверное, крафтану себе еще... Еще пару ботиночек себе мифриловых сделать. Так, две шапки у меня там мифриловых было, я помню. Давайте сделаем себе 3 единицы ботиночек и еще одну шапку. Так, и еще одну шапку. Броню мы пока оставим золотую, ну его нахрен. Так, мифриловых этих мне больше не нужно. Ну, в принципе, остались мне только, на самом деле, броники и шапки, по факту. Эти мне не нужны. Посохи... А, посохи, кстати говоря. Посохи у меня... Да, посохи у меня все мифы. Ну, все хорошо у меня, значит, получается. Золотые доспехи мне, наверное, тоже больше не нужны. Короче, мне, по факту, ничего не надо. Сейчас мы тогда переодеваемся и идем мочить дракона. Так, зелье доделывают, пирожки, что там с пирожками? Еще 15 пирожков осталось из печи. Угу, так, пирожки, хорошо. Так, теперь надо приодеть ребят. Так, это у нас мифрили в серебряных ботинках. Так, будешь в мифриловых ботинках.
Мифриловые. Так, тебе бы, конечно, мифриловую броню повесить, ну ладно. Так, мифриловые боты, мифриловый шлем. Так, мифриловый шлем, мифриловые боты, мифриловый шлем. Так, ты у нас золотой, серебряный, золотой. Так, ты у нас обычный. Тебе мы дадим, а что-то не дадим. А, вот дадим, все, нормально. Ты у нас будешь золотом. Так, у нас тоже будешь золотом, ты никто пока был. Так, кто был ничем, тот стал никем. Так, где броня? Вот броня. Так, и вот сюда. Так, вроде ребята немножечко приоделись. Так, серебряные ботинки, этого обычные уродские ботинки. Так, мы тебе дадим хотя бы серебряные. Дефуру. Так, может тебе что-нибудь еще интересного навешать на тебя? Нет, ничего не можем. Ты у нас воин. Допустим, ты у нас будешь воин-шахтер. Будешь шахтер-кузинец будешь. Вот такой ты жесткий будешь, товарищ. Так, хорошо. Немножко приоделись. Остаются у нас пирожки. 8 пирожков осталось испечь. Так, 7-6. И немножечко зелий произвести. Угу, так, все, пирожки закончились. Ну, зелья там, как бы, можно сказать, что же закончились. Ну, хорошо, пойдем тогда дадим леща. Так, переключаемся на X1. Так, мы, наверное, даже не будем так делать. Мы сейчас поставим 2 портала и сделаем вот так вот. Ту-ду-дум-ту-дум. На, вот так. Кто захочет, пусть потом сваливает назад. Так, ну что, давайте посмотрим, что из себя представляет дракон. Да ничего он из себя не представляет, какая-то шваль. Не, ну, как бы, там сильный, да, но херня вообще из-под коня. Другое дело, что он летает. Для того, чтобы, конечно, попасть по летающему, нужно тоже быть летающим. Но у нас, поскольку есть мощные стрелки, нам похер. Ух, ничего себе, сколько здесь всего. Так, вот это надо все разрубить. Так, я так понимаю, что здесь очень много всего полезного. Ну-ка, давайте вот это вот раскрошим. Что тут у нас? Так, тут, короче, залежи золота просто. Просто тупо золото. Без всякого какого-то там. Ну хорошо, ладно, тогда мы продолжим сюда дырку. А, в принципе, дырка здесь и так есть, чтобы сюда ходить. Ну и отлично. Так, заберем это золото. У нас теперь золото-то, кстати, вообще прилично стало. Так, тогда пойдем дадим люлей хранителю портала. В таком случае. Ну, раз на то пошло, и они не такие уж, то и, в принципе, и страшные, можно пойти их... Ну, блин, вдвоем их, конечно, будет жестко бить. Потому что хранитель портала-то он такой живучий. Так, ладно, все собирайтесь, давайте дома. Мы сейчас... Да, собирайте все дома для начала, потом посмотрим. Дайте я вам помогу вот это все убрать. Потому что у нас с манной все хорошо, сейчас будет еще лучше. Поэтому, в принципе, вы можете смело заниматься своими делами каким-то. Чем там хотите заниматься, не знаю. Так, это у нас продолжает для магов всякое клепать. Ребята у нас потащили золотиха на базу. Ну и хорошо. Так, теперь, значит, следующий план. Пойдем давать люлей хранителю портала. Так, вот у нас есть хранитель портала. Вот у нас есть портал номер один, портал номер два. Так... И вот эти вот двое должны быть убиты. Вот так. Так, что-то тут как-то не очень все хорошо складывается для нас. Так, будем следить за развитием ситуации. Так, вот стрелки пришли, отлично. Давайте, не зря я вас вложил столько денег. Ваши мощные пушки. Не, ну реально не зря. Стрелки прям тащат. На, дракона можно было, короче, превратить, но мы почему-то не превратили. Так, кого-то убили все-таки. Двоих. Двоих убили, хранитель портала повержен. Все-таки двоих забрали. Очень жаль.
Так, ладно, сейчас мы отсюда потащим золото и добудем себе, о чем себе добудем. В принципе, мы себе, наверное, еще один сейчас генератор сможем поставить. 93, будет здесь еще. Блин, ну то, что... А, ну он воскресится со своими шмотками. Тогда ладно. Так, надо тогда еще вот эту штуку сделать. Так, верните мне все шмотки нашего брата. Так, и свиток. Так, с третьей частью портала у нас есть теперь. Хорошо. Так, это все забираем и пойдем теперь посмотрим, что-то кого убило. Давайте глянем. Убило, блин, шахтер, кузнеца, воина. Шахтер был он классный. Так, ну и каменотес, короче. В принципе, фигню, короче, убило, на самом деле. Ну ладно, мы все равно их воскресим. Так, и вот этого мы тоже воскресим. Потому что все-таки скиллуха у них хорошая. Так, все давайте домой. Хули тут забыли, я не знаю. Так, все, давайте. Так, нам вернули назад наших ребят. Так, вот они. Вот они, наши ребята, голые совершенно. Гол как сокол. Так, мифриловый молот тебе даем. Так, ты же у нас воин, воин. Так, золотую штуку. Так, мифриловые ботинки. Мифриловую шапку. Возвращаем тебе твой портрет. Кольцо рудокопа у тебя будет. Такой ты у нас будешь классный. Так, второй. Ты у нас, опять же, воин. Так, ну, а, подождите, первым еще надо эти кирки отдать. Так, ну, надо отдать кирки. Так, серебряная кирка у тебя будет. Топор тебе нахер не нужен. Вы особо ничего не рубите. Так, все нормально. Так, второй. Тем тоже даем серебряную кирку. Так, у нас получаешь мифриловый молоток. Так, шапку золотую мы тебе даем. Так, золотую, серебряные ботинки. Что тебе еще дать из дополнительного? Из дополнительного я тебе не дам ничего. Кошка-скалолаз тебе дам. Короче, какой-то такой. Так, ладно, куда ты не знаешь, как пройти? Куда ты не можешь пройти? Зачем тебе сюда проходить? А, вы хотите дать еще этим леща? А вы не боитесь, что, да, что вы после таких даваний леща особо не будете хорошо себя чувствовать, нет? Так, пойдем пока вот эти штуки добудем. А, не добудем, а то пройти не можем. Печаль, тогда пойдем вот эти добывать. Штуки, которые нам нужны для магов. Так, и мы сейчас произведем, пока ребята отсыпаются. Так, 98 монет. Сейчас, пока ребята отсыпаются, мы пойдем произведем себе часть портала. Так, две части портала у нас уже сейчас будет. Так, для этого нам потребуется сталь, плюс еще сталь, плюс слиток мифрила, плюс слиток золота, плюс фиолетовый алмаз, плюс алмаз... Нет, не зеленый, блядь, все сбросилось, да что ж такое-то? Так, еще раз. Ой, почему нельзя просто... Вот зачем это перетаскивание? Я уже это перетаскиваю не первую миссию, я как бы уже знаю, как это работает, мне не обязательно... Не получаю от этого такого эстетического удовольствия, как первый раз. Так, фиолетовый алмаз. Вот он. Так, алмаз синий. Вот он. Так, и две единицы камушка. Вот они. Так, пум. Собрана одна из... А, две из пяти частей. Все нормально. Так, две из пяти частей собрано. Ну что, сейчас мы пойдем тогда... Чем пойдем? Мы сейчас пойдем копать. Мы сейчас пойдем копать в поисках тайных комнат. Я так думаю. Начиная... Вообще копать эффективнее, конечно, начиная прям сверху. Прям копать, копать, копать и копать. Так, и надо запретить им сбор. Так, сбор ребятам запретим. Просто вырывайте это и все. Ну вы что-то не хотите, да, я смотрю. Куда не можете попасть, я не понимаю. Вот, давайте я вам помогу. Если вы тупые, давайте я вам помогу. Какие вопросы? Так, еще мне надо вот этих вот мух убить. Так, наверное, мы сейчас летающих мух пойдем и загубим. Я так думаю. Так, я их зря послал, конечно, сюда, потому что они теперь будут тупить до бесконечности. Да, послал я их прям совсем зря. Так, пойдем, давайте убьем мух в таком случае. Так, поставим сюда порт. Поставим сюда призыв. Так, давайте, погнали. Я думаю, что мухи-то вряд ли
смогут покалечить. Я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Ни хрена. Пум. Один выстрел, один труп, ёптыть. Так, маги, где ваши эти? Цепь молнии или что там у вас? Приступайте. Добивать будем? Так, и чё? А, вот, все, нормально. Так, теперь надо здесь сделать дырку, чтобы сюда можно было пройти спокойно, все это отсюда вытащить. Так, вот это мы все отсюда заберем. Так, вот эти грибы заберем, еще что-то заберем. Так, сталь мне, кстати говоря, в принципе, больше не нужна. На самом деле, ладно, все равно мы ее найдем и все равно мы ее раскопаем. Даже если она не нужна. Тем более у нас есть вот такие ребята, пусть они занимаются делом. Так, золото мы, к сожалению, не нашли. И это очень плохо. Если бы мы нашли золото, было бы отлично. Нам нужно еще 2 единицы золота на еще один генератор. Так, ладно. Тогда будем копать. Будем копать. Так, будем копать. Откуда будем копать? По отношению вот к этому. Где находится ближайший схрон? Ближайший схрон находится буквально вот здесь. Хорошо. Здесь так здесь. Ребят, нас ждут великие дела. Мы идем ловить схрон. 99 единиц денег у нас уже добыто. Так, нам осталось еще чуть-чуть. Так, и мне, кстати, надо произвести вот такой вот дополнительный склад, 2 штучки. Давайте приступаем. Мы идем искать схрон. А, блин, слушайте, я, может быть, даже его сам найду. Ну да, ближайшая тайная комната, вот она. Реально без обмана комната, вот. Так, тогда чего? Тогда гномы не могут покидать убежище, все. Так, все идем сюда. Сейчас пойдем дадим звездюлей вот этому товарищу. Так, хоп, открываем здесь порт. Так, прицеливаемся в него. Все, погнали. Ханта, я хочу, чтобы вы его загрызли. По-жесткому прям. Так, стрелки, на вас одна надежда. У нас тут летающая трай. Ну, вообще, он, конечно, неприятный. Я бы не сказал, что он прям такой жесткий, но неприятный. Неприятный товарищ. Так, вот это мы все давайте сейчас уберем. Так, здесь у нас чего? Вот это бы, конечно, тоже неплохо было бы проковырять, чтобы у нас вообще прямые маршруты были на все. Давайте ковырять дальше. Короче, вот это мы будем ковырять. Так, вот это мы тоже будем ковырять. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас ничего. Здесь у нас, кстати, уголь. Вот уголь это важно. Потому что уголь у нас закончился. Вот уголь я прям хочу, чтобы мы добыли. Прям по-жесткому добыли. Так, добудем по-жесткому весь этот уголь. Так, а здесь вы что не можете сделать? Вы все можете сделать. Что не так-то? О, еще уголь. Так, еще уголь. А как нам сделать так, чтобы мои птицы здесь могли летать? Никак? Так, в принципе, мои птицы здесь смогут летать, но для этого мне надо уничтожить вот эту вот херню. Ага. Ну ладно, сейчас уничтожим. Говно вопрос. Так, мы здесь просто все разрушим. Если нам надо будет, мы тогда запустим птиц, которые здесь, соответственно, все это пойдут раскапывать. Просто пока мне это как бы не очень сильно нужно, я поэтому на будущее как бы вот это вот все сделаю, вдруг мне это пригодится. Так, вот это вот все надо капнуть. Так, вот это вот все тоже надо капнуть. Так, все вот это надо капнуть, ребята, займитесь. Просто так потом будет проще летать. Мы сейчас уберем вообще все. И когда мы уберем вообще все, нам потом ничего не будет мешать ходить, летать и заниматься другими непотребствами. К слову сказать, можно здесь поставить один дополнительный склад и заставить птиц здесь заниматься полетами уже. И, кстати говоря, могу поставить еще один генератор маны.
Я обязательно это и сделаю. Так, вот он, генератор маны. Вот мне его сейчас должны будут впендюрить. Так, давайте, ребята, впендюрьте мне генератор маны. Так, а здесь у нас теперь... А, здесь у нас есть теперь прямой маршрут, кстати говоря. У нас теперь вообще все хорошо. Так, вот эту вот ерунду я тоже хочу срыть. И вот эту. Так, всю вот эту вот ерунду я хочу срыть. Так, все здесь должно быть срыто. Ой, так, все здесь должно быть срыто. Теперь надо поставить здесь куда-нибудь дополнительный склад. А где-то вот здесь... Где-то вот здесь нам надо будет поставить еще один генератор маны. Так, где он? Его ж притащили, я точно знаю. Или не притащили еще? Да не, хорош, притащили. Он должен быть тут. Нет, хорошо, он должен быть тут. Вот он. Так, вот он, генератор маны. Так, третий генератор маны. 900% ускорения мы имеем за счет этого третьего генератора маны. Так, сейчас мы откроем портал для того, чтобы можно было сходить побыстрее, установить здесь склад дополнительный. Так, вам нечем заняться? Занимайтесь. Я уж понял, что заняться вам нечем. Я сейчас обозначу фронт работ. Так, вот здесь вот надо проковырять дырку вниз, чтобы здесь была... А, здесь и так есть проход. Но все равно проковыряйте дырку вниз, вне зависимости. Так, теперь давайте смотреть, где следующий схрон находится. Здесь? А-а-а. Блин, а чтобы в этот схрон попасть, нам эффективнее было бы... Так, все домой. Мы тогда пойдем через шмелей. А, и на нас нападают. Ладно, тогда мы сейчас отбиваемся, а через шмелей пойдем в следующей серии. Так, вот эту вот штуку надо, блин, убрать. Блин, а кто потом пойдет этот склад ставить? Неизвестно, кто потом пойдет ставить этот склад. Так, ребят, тогда вы пока можете отсыпаться. Отсыпаться, заниматься чем там хотите. Короче, все что угодно делать. Да, вон, тренироваться можете, да. В общем, делайте все, что хотите. Короче, самый хитрый воин больше всего хочет тренироваться. Это молодец. Он заслужил мое уважение этим фактом. Так, вот пришли ребятки. Ну, что предоставят ребятки у нас? Надо, чтобы они начали ковырять мне стену. Блять. И они начали ковырять стену. А если я пойду давать им леща? Блин, ну короче, мы сейчас лишимся пушек, походу. Да, потому что они сейчас явно расковыряют стену и пойдут отсюда нападать. Вот уроды, а. Надо, короче, сделать надстройку каменную. Так, я могу сделать каменную надстройку? Ну, кстати, стальная стена. Могу сделать и стальную... Блин, стальную стену сделать довольно дорого. Ну, кстати, можно. Почему бы и нет? Стальную стену они будут ковырять пятилетку просто. Да, неприятно. Неприятно получилось. Они еще причем по ней себе стрелять сейчас не смогут. Да, заковыряют мне сейчас часть пушек. Твари. Хотя особо много не заковыряют на самом деле, но две, наверное, заковыряют, я так думаю. Хотя, не знаете, какой он жирный. Может быть, даже больше, чем две. Ну, хорошо, вам разрешено покидать убежище. Все, я не против, если вы выйдете отсюда. Если вы выйдете, дадите им леща, блин. Построить каменную стену. Здесь, короче, надо кладку сделать, усилить кладочку сверху. Так, давайте мы это все загрызем. Угу. Так, мы это все загрызем. Установим здесь стену. Так, потом поставим здесь стену. Так, отлично. И поставим здесь еще укрепление для стены. Так, и вот здесь поставим, и вот здесь поставим. Так, давайте. Ну, короче, какая-то такая история, я не знаю, блин. Опять они здесь понастроили какого-то говна. Так, ладно. На этом тогда я с вами прощаюсь. В следующей серии пойдем... Там пойдем. Пойдем искать хрон, который находится вот там на мини-карте.
Спасибо за внимание, удачи и всего вам доброго.